Новые маршруты для общественного транспорта в Омске запускать не будут. И на это есть причины. Какие именно, рассказал заместитель директора Дептранса Игорь Кожухов. Его слова приводит портал «Омскинформ». Главная помеха – острая нехватка кадров. Чиновник отмечает, что и без того сильный дефицит водителей и кондукторов усугубили ОРВИ и грипп. Дополнительный транспорт у муниципалитета есть, но управлять им некому. Именно поэтому о возможности запустить новые маршруты не идет и речи. Придется менять те направления, что уже работают. Да, есть районы города, где нет маршрутов с регулируемыми тарифами. Не хватает водителей, открывать какие-то новые маршруты нет возможности. Нам бы закрыть водителями те маршруты, которые есть. Стимулируем частных перевозчиков, чтобы они приобретали автобусы среднего класса. Однако есть в этой ситуации исключение. В перспективе город все-таки планирует запустить 3 новых троллейбусных маршрута. Их задача – связать городской центр с новыми районами на левом берегу. Помимо этого, бороться с транспортной недоступностью отдельных точек на карте Омска власти намерены за счет новой маршрутной сети. Однако ее внедрение – процесс не быстрый, идти он будет поэтапно.